Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Суворова. Да. Я хотела поинтересоваться по поводу процентов. 20%? А за что? Электричество раз, топчемся два, посторонний человек три. Вообще мы все время берем... Есть, да, у вас порядок такой? Есть, да. Подписанный вами руководителем? Не руководителем подписан, вообще это положено так. Либо я не разрешаю, либо идите куда-то в другое место. Вы с чем-то как-то не согласны? Я не согласна с процентом, что мы какой-то процент должны платить за то, чтобы фотограф приехал, пофотографировал наших детей на выпускной. Это делали из года в год, каждая группа. То есть, Татьяна Бертуна, то есть вы... как бы намеренно, да, навязываете нам услугу 20%? Нет, я не намеренно. Вы сами спросили, можно? Я сказала, конечно, можно. Но про проценты, вот я, например, даже подумать не могла, что у нас должен родительский комитет, вообще все дети должны сдать определенную сумму. Вы понимаете, что это из года в год такое? Но если вы не желаете... А управление по образованию в курсе? Нет, не в курсе управления по образованию, потому что это по договоренности идет. Заказчик, поставщик. Это вообще не такое, это говорят, незаконно. Я могу вам сказать. Но я хочу сказать, что незаконно здесь снимается. Я сейчас после обеда просто убираю девочку и говорю, что я не разрешаю. Ну давайте будем ругаться, ссориться. Давайте не будем, правильно? Если вы не хотите, хорошо, не надо. Не платите. Не платите. Я вас поняла. Сегодня дата, я просто записываю наш разговор. Угу. Сегодняшняя дата 14 ноября 2017 года. Передо мной Татьяна Альбертовна Ухонь. Заведующая 13-го детского сада Нарафаминского, города Нарафаминска, Нарафаминского района. Я Суворова Екатерина Валерьевна, напомню.